Шалом! С вами Ася. Я продолжаю свою серию видео о вокале совместно с порталом звуки.ру. Подписывайтесь на мой канал и на их канал, чтобы ни одно видео от вас не ушло. И нажмите на колокольчик. Пой там, где ты, там, где ты. Если бы ваша работа была бы тесно связана напрямую, к примеру, не с вашим голосом, а с вашим телом, например, профессиональная гимнастика, вы бы разминали и разогревали это самое тело каждый раз перед тем, как делать различные трюки на турнике или на кольцах? Конечно, разминали бы. А тут ваш основной рабочий инструмент – это ваш голос. Для этого есть, конечно, разные упражнения, но в первую очередь нам помогут именно распевки. Но разминка не единственное назначение распевки. Мы, напомню, занимаемся развитием голоса. И представьте себе, именно во время распевок можно прокачать важнейшие его качества. Пой там, где ты. Там, где ты. Учимся петь на легато, плавно, на звуки «хм». Как будто бы мы просто расслабленно хмыкаем. «Хм». Женщины будут петь отсюда, мужчины отсюда. Если вам слишком низко, вступайте попозже, чуть-чуть. И петь будем простую мелодию. Если рисовать ее графически или изображать рукой лесенку, получится, ступеньки идут так. Первая, вторая, третья, вторая, первая. Такая лесенка. Наша задача сейчас не только следить за мелодией, но еще и за плавностью звука. Старайтесь не делать так. Или не хмыкаем заново, хмыкаем только один раз в начале, а потом плавно. Каждый звук у нас перетекает в следующий, на легато, и получается плавность. Контролируем здесь опору, чтобы все получалось. А мужчина отсюда. Включаю темп. Темп 100. 3, 4. Поет ниже. Еще ниже. Отлично. Если вдруг вы не почувствовали, что вы хмыкаете расслабленно, а у вас получилось как-то так напряженно, и здесь все напрягается, это неправильный звук. Следим, что у вас, несмотря на то, что рот закрыт, губы вместе. Зубы не вместе, они разомкнуты, челюсть свободна. Вот как она падает у нас, вот так свободно, вот так же. Свободно закрываем рот, при этом зубы не вместе. И во рту оставляем такой объем, как бы купол, ощущение зевка. И звук идет не сюда в нос, это другой звук. А именно вот здесь, если вы положите руку на грудь, вы почувствуете вибрацию, резонанс. Попробуйте, проверьте себя. Итак, проверяем себя.
У нас сомкнуты губы, но не зубы, челюсть свободна, во рту есть вот такой вот объем, звук резонирует в груди, кладем руку и проверяем. Можно перемотать на начало упражнения и начать заново. Главное следить за плавностью. Ой, там, где ты. Ой, там, где ты. С вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, на канал звуки.ру. На этом все. Пока. Ой, кстати, спасибо патронам. Вот они поддерживают меня на Patreon. Классные ребята. Можно присоединиться к ним. Пой там, где ты. Там, где ты.